Еще заплатит. Обещаю. Так, глава 14. Горящий алтарь. В конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит. Заберитесь наверх крепости Теодора, чтобы сразиться с ним. Что у нас? Почти пахнет финалом. Мне так кажется. Но от этой игры еще и не знаю, что ожидать. Может, и нифига не финал. Нервишек-то она потратила. Ого-го. Походу, надо будет валерьянкой закупаться. Неизвестно, как придется бороться с этим, с Теодором. Самое вкусное, наверное, разработчики оставили на финал. Так, это документ. Описание Теодора 1. Это место Юнион тает невероятные возможности, а Мёбиус их упускает. Они так и не сумели осознать, что на самом деле они создали. Только представьте, целый мир новообращенных людей с переписанной, перекроенной памятью, подключенных к центральному сознанию ядру. И мои приказы, отданные со скоростью мысли, выполняемые безоговорочно, я мог бы построить религиозную утопию за несколько дней, а не месяцев. Так, еще два документа. Ну, у меня такое подозрение, что мы где-то потеряли один или два. Да, но теперь все по-другому. Ты от меня не уйдешь. Не уйдешь, не уйдешь. Но если игра подходит к финалу, то у нас половина-то и не прокачана, и не найдено там ничего. Так, в какую дверь же нам идти? Ключей сколько у нас не найдено. Как бы я ни старался обыскивать места, ходить, все равно много чего упустили, походу. Так, подсумок для штурмовой винтовки. Еще патрончики для пистолета. Так, а что у нас здесь? Блин, я думал, столько железа лежит, а это трава. Да, нужно будет делать аптечки. Так, а ты у нас с горящими глазами, походу, оживешь, и ты. Да, упали. Или один оживет. Хотя фиг его знает. Я попробую тебя ножичком. Нет. Фиг знает.
Может, разработчики дали нам немного передохнуть. Ну, давайте сходим к Татьяне. Что у нас там? Слайдов, по-моему, нету. Слайды тоже мы потеряли. То есть не потеряли, а не нашли еще. Еще две штуки целые. Так, что у нас с верстаком? Что мы можем сделать? Тринадцать патронов для штурмовой винтовки. Походу, два болта еще можем сделать. Аптечки. Две штуки. Две тоже хорошо. Так, ну здесь у нас ничего. Шесть тысяч. В принципе, смысла нету. Ну давайте отправимся. Пороха взяли. Опа. Тебе не добраться. Как и в тот раз, когда ты не смог ее спасти. Ну уж нет. Ты меня не сломаешь. Ладно. Давайте-ка. Ты чё, на самый верх, что ли? Или... А вот. Так. Даже так. О, господи. И с огнеметом. Вот это жесть. Я так понимаю, нам надо вон туда, откуда вышел с огнеметом. Я думаю, все равно не все так просто. Что-то лежит. А, бутылка. Бутылка там лежит. Бутылка нам не нужна. О! А вот и ключик. Блин.
подождем. От греха подальше. Пока он придет. Так, аптечка. Давайте аптечку возьмем. Я же говорю, не все так просто. Надо еще. Открывать ворота. О, еще вылезли. Молится. Отлично. Болты. Такс. Нам он туда, походу. Вон, да, дверь. А, дверь. Дверь, мы оттуда пришли, в дверь. Вон туда нам. Ой-ё. Сюда идет. Еще и в мою сторону. Нет? Так, почти добрались. Увидел. Бегом. Здорово. Почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем реальность. Юнион — это Мебиус. Их разум и привязан к нему. Управлять Юнионом — значит управлять ими. А управлять ими — значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя, управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Четко сказано. Гвозди. Не встанет никто. Что за дверь? Что здесь у нас интересного? Так, документ. Писание Теодора 2. Когда я буду контролировать ядро и изменю этот мир по своему усмотрению, реальность прогнется под меня. Мёбиус уже создал основные опорные точки для всех элементов общества,
Ей хватило глупости подключиться к системе, заложив бомбу замедленного действия в собственный разум. Они думали, что станут волками в овечьем стаде, но здесь я пастух и убиваю волков, когда они не подозревают об опасности. Когда Юнион станет моим, дни Мёбиуса будут сочтены. Так, нам остался еще один документ. Отлично. Давайте к этому, к верстаку. Татьяне нам смысла нету. Вот, создать что-нибудь мы, я думаю, сможем. А создадим мы... Давайте также патроны для штурмовой винтовки. Потихонечку, потихонечку и создадим... Вон, болт можно еще один. Создадим обойму. Вот. Двигаемся дальше наверх. Такс. Опа-на. Хочу связываться. Нет у меня такого желания. Блин, еще туда идет. Почему нельзя мирно, спокойно дойти до верха и воткнуть нож в горло Теодора? Иди ты оттуда, пожалуйста. Зачем ты это делаешь? Скажи мне. Так. Тупик. Ой-ой-ой. Повылазили еще. Блин, и патроны кончились. Жесть. Промазал. Быстрей. Давай. Беги. Что в этой двери? Топор. Ой. Подсумок улучшен. О, для пистолетов у нас максимум подсумок. Быстрей.
Ё-моё, засекли опять. Так, куда бежать? Правильно бегу-то или нет? Нафиг их. Бежит, блин. Да, давай быстрее, быстрее, ну. Отлично. Черт. Да чтоб тебя. Сколько вас тут? Ё-моё. Свали. Беги. Собрать. Просто, блин, жесть какая-то. Решетки тоже непонятно, что-то сами по себе то открываются, то закрываются. Аптечку возьму. Смысла нету к Татьяне идти. Я дал тебе шанс помочь мне. Ты отказался. И у меня теперь нет выбора. Я разрушу этот мир. Я найду твою жену и убью ее на глазах у твоей дочери. А дочь будет мучиться в моих руках, пока я использую ее силу. Я убью тебя раньше. Почему ты думаешь, что на этот раз что-то изменится? Я не успокоюсь, пока один из нас не умрет. Иди сюда. Давай начнем бой. Вот это уже больше похоже на арену. И я думаю, это так и есть. Берем здесь все, что валяется. Там больше здесь ничего и не валяется. Ну как бы. Я ничего другого и не ожидал, если честно. Давайте посмотрим, что здесь. Ее нашел. Превосходно. Позволил тебе создать собственный мир. Докажи, что ты достоин.
там разговор со Стефана, которого уже нет. Текс. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ты не спас меня. Началось. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Да, ты все помнишь. Да ладно. Бежим, что делать-то? Что? Опа. Меня хватит. Не в этот раз. Думаешь, меня это остановит? Сейчас будет больно. Свежее мясо такое. Пошел ты. Твою мать! Да ладно. Сейфоголовый.
О, вот это да. К этому я не готов был. Так, 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 где? Это я снайперская. Отлично. Воу-воу! Где там снайперка? Ну где ты? Воу! Получи и распишись. Еще один. Так, и где ты там появился? Воу! Тупик! Воу, два! Где ты? Yes. Черт. Воу! Так, патронов ноль. Заморозка. Тычек нет. И не сделать. Жесть. Ладно, один патрон можем сделать. Для дробовика один патрон. Что за жесть-то нафиг? Снайперка. Ты. Черт. Блин, здесь не такая снайперка-то мощная. Так, один взрывной болт есть. Ё-моё. Черт. Так, этот еще живой. Я думал, ты сдох, если честно. Что ж вы такие живучие-то, твари?
Есть один. Тупик. Жесть, 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 жесть. Yes. Там, блин, аптечка была. А это что? Лаура. Я тебя уже сжигал и сожгу еще раз. Ё-моё. Так, 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 так. А что, ничего не сработало? Ну где ты? Ну давай. А, черт. Не успею, нет. Болты бы замораживающие там. Так, 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 криоболт. Ух ты, 4 штуки можно. Давай. Не бежишь ты. Где винтель? Фиг, она заморозилась? Нет, нет. Да даже пофиги. Черт, зря ты это удумал. Беги! Черт, 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 черт. Заряжай, еще один криоболт остался, блин. Вот напряженка, а? Быстрей, быстрей, быстрей. Ух ты! Ugh.
ты такой? Что ты еще можешь? Мира. Она должна быть в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Пойдем домой. Нет! Да ну нафиг. Сила ядра моя. Лили в безопасности. Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Мира! О, смотри.